Здравствуйте, вы смотрите новости 24. Как сообщает пресс-служба главы нашего государства, сегодня состоялся телефонный разговор между президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и исполняющим обязанности президента Кыргызской Республики Садыром Жапаровым. В ходе беседы рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Особое внимание было уделено продвижению совместных проектов и программ, реализация которых будет способствовать расширению практического сотрудничества между двумя странами, прежде всего в сферах торговли, промышленной кооперации, сельского хозяйства, транспорта, межрегиональных и гуманитарных обменов, в других приоритетных направлениях. Отмечена необходимость активизации деятельности межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы, а также совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству и Совета руководителей приграничных регионов. Подчеркнута важность продолжения тесной координации и содействия в вопросах противодействия последствиям распространения коронавирусной инфекции. Глава нашего государства вновь подтвердил, что Узбекистан всесторонне поддерживает братский народ Кыргызстана в его стремлении к мирному и стабильному развитию, благополучию и процветанию. Строительство современного, качественного, комфортабельного жилья, формирование новой инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры позволяет поднять на особый уровень облик региона и на этой основе улучшить условия жизни местного населения. В сфере реализуется ряд программ и проектов. О возведении многоэтажных жилых домов в Ферганской области, где, к слову, впервые строится 16-этажка. В материале Дильфузы Мадаминовой. Вот так возводятся мечты. Жилые комплексы, в которых тысячи ферганцев откроют новую главу своей жизни. Улучшение жилищных условий – одно из основных направлений, проводимой в нашей стране социальной политики. Решаются вопросы поэтапного внедрения рыночных механизмов в систему ипотечного кредитования. Повышается роль частного сектора в жилищном строительстве. В относительно недалеком прошлом реализация подобных проектов могла привести лишь к появлению в городах серых зданий типовой планировки. Сейчас же архитекторы делают ставку еще и на комфорт проживания, многофункциональность таких сооружений, а также на возведение определенной инфраструктуры вокруг них. Проектирование современных многоэтажек требует немалого профессионализма проектировщиков и отличного знания своего дела. И такие градостроительные решения получаются еще более высотными. Так в Фергане впервые возводятся 16-этажные дома. Фундамент был заложен весной в короткие сроки. Строительно-монтажные работы на этом участке сейчас идут полным ходом. Доступное жилье, а именно в этом многоэтажном доме, будет 82 и 3 комнатных квартир. Это, как видите, генеральный план городка Мустакилик Ферганы. Здесь будут возведены 2 16-этажных дома, 2 18, 2 24 и несколько 30-этажных многоквартирных домов. На данный момент один 16-этажный дом возведен уже на 90% и скоро будет сдан в эксплуатацию. Эти площади в ближайшее время будут размещены на электронные торги, и предприниматели смогут приобрести их. Современный проект в 16 этажей внесет особый смысл в городскую инфраструктуру. Это хорошее предложение на жилищный спрос людей в густонаселенных районах. Адреса уюта и комфорта строятся из сейсмоустойчивого железобетона на основе требований сегодняшнего дня с использованием энергосберегающих материалов, а большая часть используемой стройпродукции отечественного производства. Та же плитка и керамические изделия для оформления дома, сантехника, производятся на заводах и предприятиях Ферганской области. В городке Мустакилик в первую очередь провели геологические работы. После получения положительных результатов с проектировщиками из Турции мы изучаем сметные документы на строительство 30-этажного дома. Также здесь будет расположен Махалинский центр, семейная поликлиника, торгово-развлекательный комплекс, детский сад, школа. То есть все в одном месте. Эти 4 семиэтажных дома расположены на улице Янги-Фергана в Маргелане. В
каждом из них 42 квартиры. Всего к переезду в новые дома готовится 168 семей. Инжиниринговая компания «Ушахар Курлиш Инвест» несет ответственность за сдачу этих многоквартирных домов, финансирование строительных работ и контролирует процесс. На этой основе доступное жилье возводится в регионах и предоставляется владельцам на основе льготных ипотечных кредитов. Так реализуется социальная поддержка молодежи и улучшаются условия жизни малообеспеченных семей. В соответствии с указом президента Узбекистана от 28 марта 2019 года были созданы Государственный комитет по ветеринарии и развитию животноводства и профильное агентство. В настоящее время оно реализует ряд эффективных проектов по развитию направления в регионах. Только в Кашкадаринской области количество фермерских хозяйств увеличилось на 178 по сравнению с прошлым годом в результате проводимых реформ в отрасли. В Кашкадаринской области реализуется ряд проектов в данном направлении. На сегодняшний день в регионе выращиваются 1 598 тысяч голов скота, в том числе 530 тысяч 329 голов коров, 4 584 тысячи овец и коз, 6 158 тысяч домашней птицы, 32 209 лошадей, 1300 верблюдов. Функционируют 1323 фермерских хозяйства, специализирующихся на животноводстве. Постановление президента об организации деятельности Государственного комитета ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан вывело на новый уровень работу по развитию отрасли и эффективному использованию созданных возможностей. На основании документа в этом году в Кашкадаринской области планируется построить 23 животноводческих комплекса. Из них 12 специализируются на производстве молока, 11 – на мясе. Примечательно, что благодаря новым проектам количество животноводческих ферм, выращивающих более 100 голов крупного рогатого скота, увеличилось вдвое по сравнению с 2016 годом и достигло 97. Известно, что вопрос разведения также играет ключевую роль в достижении продуктивности в животноводстве. В Кашкадаре 112 855 коров были искусственно осеменены 230 техниками-осеминаторами, работающими над улучшением породы крупного рогатого скота. Ожидается, что к концу года количество голов увеличится до 262 тысяч. Учебно-практический центр ветеринарии и развития животноводства. Сюда привлечены преподаватели Института ветеринарной медицины и научно-исследовательских институтов животноводства с целью повышения квалификации специалистов и руководителей субъектов животноводства. Кроме того, центр занимается диагностикой, лечением и искусственным осеменением коров. Ilgarilari viloyat ilmiy muassasasida chop etilgan ilmiy ishlanmalar qog'ozda qolib ketayotgan bo'lsa. Если раньше научные разработки специалистов нашей области в большинстве случаев оставались на бумаге, то в результате организации подобных учебно-практических центров мы, ученые, совместно с практиками работаем над проектами по развитию животноводческой отрасли. Мы рады, что нам создали такие хорошие условия. Общая стоимость проекта – 849 миллионов сумов. Центр располагает лабораториями для диагностики инфекционных и неинфекционных заболеваний крупного рогатого скота. Сотрудники проходят практику на ближайшей животноводческой ферме «Бахт». С момента открытия центра специалисты и техники-ассиминаторы были обеспечены служебными машинами и необходимым оборудованием, что в свою очередь послужит повышению эффективности выполняемой работы и качества услуг. Учебный семинар был очень познавательным и интересным. Приобретенные знания и навыки будут использоваться на практике. Планируем активнее работать с фермерами, улучшать породы скота, повышать продуктивное качество молочных пород. Создание подобных центров способствует удовлетворению потребности населения в молочных и мясных продуктах за счет организации деятельности всех отраслей животноводства на научной основе, внедрению результатов исследований и инновационных разработок в производство, созданию новых рабочих мест. Процесс рассмотрения обращений граждан продолжается. Система уже налажена, и главное не сбавлять обороты, оперативности и качества. Общественные приемы выявляют проблемы людей, поднимаются самые разные темы, начиная от вопросов благоустройства территории, заканчивая трудоустройством. В этот раз в объективе наших камер Самаркандская область. Во время общественных приемов в разрезе сфер отобраны самые отдаленные территории, по которым поступило наибольшее число обращений и приняты меры по адресному их изучению и решению.
Потому открытые диалоги в Ургутском, Пастергамском, Нурабадском, Бахтачийском и других районах сопровождались подворовым обходом, в процессе которого был реализован ряд практических действий в этом направлении. С наступлением зимы в горных и приграничных кишлаках, махаллях Ургутского района возрастает потребность в твердом топливе и сжиженном газе. Потому ответственные лица акционерного общества «Худутгазтаминот» и предприятия «Кумартаминот» сконцентрировали свои усилия на решение данного вопроса. Так, при помощи 20 автотранспортных средств в селение доставлен уголь, половина которого передана на бесплатной основе семьям, нуждающимся в социальной защите, инвалидам из махалинских сходов граждан Хайроклы и Тошарык. Ответственные лица акционерного общества «Худутгазтаминот» изучили проблемы в одной из самых отдаленных местностей Ургута – кишлаке Бойбул, на основе чего при помощи 6 единиц специального автотранспорта обеспечили население сжиженным газом в объеме более 13 тонн. А представители Министерства здравоохранения в сельском врачебном пункте Сарыктепа организовали углубленный медицинский осмотр. Опытные врачи областных медицинских учреждений осмотрели более 1000 жителей кишлаков Сарыктепа, Несбот, Ходжайкудук, Дихконобот, Навои, Бойкшлок, Камон-Гарон, во время которых даны рекомендации относительно ведения здорового образа жизни, правильного питания, регулярного занятия физической культурой и спортом. После изучения ответственными лицами Центрального банка проблем семей, включенных в железную, женскую и молодежную тетради, а также предпринимателей из Махалли Хоратепа, разработан план мероприятий по законному и справедливому решению каждого острого вопроса. Ответственные лица Министерств народного образования и по развитию информационных технологий и коммуникаций изучили проблемы, имеющиеся в 107-й общеобразовательной школе, доставили сюда 16 комплектов компьютерной техники, художественную литературу. Проложив более чем 2-километровую оптиковолоконную линию, подсоединили школу к сети интернет. С учетом снижения платежеспособности во время пандемии и создания дополнительных возможностей и удобств для обучающихся в вузах на контрактной основе, ответственные лица Министерства высшего и среднего специального образования, сформировав рабочие группы, изучили поступившие обращения граждан и оказали содействие за счет доходов поддержки на основе пункта Б 6 раздела соответствующего постановления Кабинета министров 8 сирот и инвалидов, обучающихся в Самаркандском государственном институте иностранных языков. Каждому из них выделено по 2 миллиона 140 тысяч сумов. 13 студентам, состоящим в железной тетради, по 1 миллиону 712 тысяч сумов. 43 сиротам и нуждающимся в социальной защите по 1 миллиону 284 тысячи сумов. 3 нуждающимся в нашем с вами участии и активным в общественных делах по 3 миллиона 424 тысячи сумов. Денежные средства также получили 67 студентов. Представители Государственного комитета по автомобильным дорогам во время встречи с жителями расположенного в 150 километрах от областного центра Пахтачийского района глубоко вникали в острые вопросы, связанные с состоянием внутренних дорог, в результате чего, в частности, покрыли гравием 5 километров в махалинском сходе граждан Хунармантнар и еще километр на улице Маданят. Также нуждающимся в социальной защите, потерявшим кормильца, женщинам доставили птицу и швейные машинки. В тот же день привели в порядок утопающие в грязи улицы селения Каттакшлок Тайлакского района. После изучения проведенного представителями Министерства занятости и трудовых отношений в Тайлакском районе, на основе субсидий приступили к строительству компактных теплиц для 14 семей. После диалога представители агентства по кадастру при Государственном налоговом комитете жителями Нурабадского района решен целый ряд обращений касательно подготовки кадастровых документов, выставления свободных земельных площадей на аукцион и другим направлениям. Ответственные лица всех министерств и комитетов в зданиях управления в городе Самарканд всесторонне рассмотрели соответствующие обращения. К примеру, во время приемов представителями Верховного суда, Генеральной прокуратуры, МВД, Государственного таможенного комитета выявлены проблемы, связанные с судебно-правовой системой, следствием, гражданскими паспортами и регистрацией по месту жительства, миграцией, предпринимательством, деятельностью таможни. По решению каждого вопроса в рамках действующего законодательства определены конкретные сроки. Намечены актуальные задачи, потребующие решения на республиканском уровне вопросом. Разрабатывается соответствующая дорожная карта.
В Законодательной палате Улю Маджлиса прошло расширенное заседание Комитета по бюджету и экономическим реформам. На нем был рассмотрен отчет об исполнении государственного бюджета и бюджетов государственных целевых фондов за 9 месяцев текущего года. Также с участием представителей соответствующих министерств и ведомств предварительно был обсужден законопроект о государственном бюджете Республики Узбекистан. Обсуждение исполнения государственного бюджета в парламенте имеет большое социальное значение. Именно к такому мнению пришли все присутствующие в ходе заседания. Важно контролировать расход бюджетных средств в министерствах и ведомствах, приняв соответствующие меры на основе имеющихся недостатков. Здесь ответственные лица министерства представили свои отчеты об исполнении бюджетов государственных целевых фондов за 9 месяцев текущего года. Парламентарии отметили, что в отчете Кабинета министров учтены возражения и предложения депутатов, представленные на заседаниях фракций политических партий и комитетов Законодательной палаты. Кроме этого, приводилась дополнительная информация о случаях незаконного расхода бюджетных средств и долгах. Если посмотреть на законопроект государственного бюджета на 2021 год, там тоже есть очень много изменений. Во-первых, внешнее заимствование раньше было 4 миллиарда сумм на 2021 год. А в этом о новом законопроекте не более 60% от валового внутреннего продукта. Это предельный лимит. В настоящее время, значит, внешнее заимствование Республики Узбекистан составляет около 36% от ВВП. Но до конца года ожидается, это будет 39%. Но по предварительным данным и по предварительным консервативным прогнозам Министерства финансов и правительства, это будет на 2021 год ожидаемое внешнее заимствование будет от 40 до 42% от ВВП. В ходе подробного рассмотрения отчета фракции политических партий выразили ряд мнений и предложений. К примеру, члены фракции Либерально-демократической партии Узбекистана подчеркнули необходимость рассмотрения расходов каждого министерства и ведомства, исходя из возложенных на них задачах. Депутаты же партии Мелит Кляныш отметили, что бюджетная политика на 2021 год должна быть направлена на реализацию продуманного, сбалансированного экономического роста и стабильности системы в условиях пандемии. В свою очередь, представители социал-демократической партии «Адолат» приняли во внимание целесообразность заслушивания подробной информации Государственного налогового комитета, касающейся усиления контроля за расходами госбюджета и количества лишних платежей и налогов. Далее свое мнение выразили члены фракции Народно-демократической партии Узбекистана. Речь шла о расходах государственного бюджета на следующий год, где, по их мнению, больше средств следует выделить на сферу здравоохранения, на поддержку среднего и школьного образования, также и на развитие информационных технологий. Депутаты экологической партии, с другой стороны, обратили внимание на вопросы сохранения водных и земельных ресурсов, их эффективного использования, охрана природы и окружающей среды, улучшение экологической обстановки и финансирование других важных государственных программ также были в центре обсуждения. В формате видеоконференц-связи состоялись переговоры между Национальной телерадиокомпанией Узбекистана и французской общественной международной телерадиокомпанией «Франс Медиасмонт», итоги которых были закреплены церемонией онлайн-подписания рамочного соглашения между сторонами. Франция. По общему объему экономики эта страна занимает лидирующие позиции в Европе. Важнейшими секторами промышленности являются производство электроники, автомобили, а также направления нефтехимии и энергетики. За последние годы наблюдается положительная динамика развития многовекторных отношений с Узбекистаном, в частности, торгово-экономическое сотрудничество и культурно-гуманитарные связи. Стремление обозначить точки взаимного интереса отмечается и в сфере медиа. «Франс Медиасмонт» является одной из ведущих телерадиокомпаний не только Европы, но и мира. Организация является членом Европейского вещательного союза, а также одним из акционеров франко-бельгийско-швейцарско-канадского общественного вещателя. В ее структуру входит известный телеканал «Франс-24», международное радио «Франс-Интернешнл» и универсальное радио на арабском языке. Еженедельно аудитория каналов составляет более 41 миллиона зрителей. Все три станции вещают из Парижа в 180 странах мира на 14 языках. Между Национальной телерадиокомпанией Узбекистана и «Франс Медиасмонт» состоялись переговоры, результатом которых стало подписание рамочного соглашения. Соглашение предусматривает работу двух структур в таких направлениях, как обмен новостями, обмен контентом,
повышение квалификации и направление сотрудников в каждую из стран. Более того, совместные тренинги и проведение ряда мероприятий в медиаструктуре, что послужит дальнейшему укреплению двусторонних отношений. Более того, данное соглашение даст возможность показать Франции, а также ряда других европейских стран потенциал Узбекистана, историческую, а также культурную часть, показать возможности инвестиционного климата, экономики и в целом дать информацию, тем самым выйти на рынок Европы. В свою очередь, национальная телерадиокомпания является полноправным членом Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза, а также его административного совета. Договоренность между НТРК и France Media Monde также послужит своеобразной платформой в освещении важных событий, происходящих как в Узбекистане, так и во Франции. Это также серьезная возможность увеличения объема привлекаемых иностранных инвестиций и туристического потока в нашу страну. В нашей стране особое внимание уделяется как учебному процессу, так и укреплению материально-технической базы заведений, а также кадрового потенциала. Школы, расположенные в отдаленных местностях Юкуро-Черчикского района Ташкентской области, уже приобретают новый облик. Тему продолжит Карина Низамудинова. По всей стране строятся, обновляются и приобретают современный вид учебные заведения. В процессе оказания практической помощи школам, расположенным в отдаленной местности в Юкуро-Черчикском районе Ташкентской области, улучшается в том числе материально-техническая база. В общеобразовательной школе номер 11 в Махалле Нурлизамин обучаются 840 ребят. Построена она была еще в 1985 году. И за это время здание пришло в плачевное состояние. Требовался капитальный ремонт. Но все это в прошлом. Обновленная школа в эти дни открыла свои двери. В ходе встречи по случаю многое звучало о важности воспитания подрастающего поколения, раскрытия потенциала. Ведь не зря говорят, что новый Узбекистан начинается с порога школы. Я, работая в старом, не отремонтированном здании школы, думала, так и выйду на пенсию, не увидев ее обновленной и красивой. Сейчас же, после полной реконструкции, у меня открылось второе дыхание. Появились новые силы и энергия работать. Раньше наши ученики, преодолевая немалое расстояние, ездили в спортшколы для участия в кружках. Теперь у нас есть свой оборудованный спортзал. Следующий адрес – общеобразовательная школа номер 3 Махалли Янгиабад. Сейчас здесь обучаются 927 ребят. Здание 70-х годов прошлого века тоже требовало ремонта. Жители района говорят, что ждали этого давно. И результат превзошел все ожидания. Красавица школа готова уже принять детей. Я сама училась в этой школе, а сейчас двоих своих детей отдала сюда же, по месту жительства. До капремонта школа была в плохом состоянии, со стен буквально сыпалась штукатурка. Сейчас, увидев ее обновленной, сердце радуется. Школа полностью обновилась, кроме новых компьютерных классов, теперь в каждом кабинете есть видеокамера. А вот и следующая школа Юкуро-Черчикского района. Здесь также созданы комфортные условия для детей, просторные кабинеты, технологии, необходимые для эффективного учебного процесса. Все это порадовало представителей общественности и местную администрацию. На торжественном открытии были и сами ученики. Они поделились своими идеями и планами на будущее. 5 важных инициатив, направленных на широкое привлечение молодежи к культуре, искусству, спорту, широкую пропаганду чтения, повышение занятости женщин, продолжают воплощать в жизнь. В целях доведения сути и значения проводимых реформ до каждого специальная рабочая группа посетила ряд адресов. Основная идея этих встреч – новый Узбекистан, новое мировоззрение. Все, что сегодня делается в масштабе всего государства, направлено на достижение главного – согласия людей, которые не только становятся свидетелями крупномасштабных проектов и программ в этом направлении, но и сами стараются быть сопричастными к этому процессу обновления во имя дня сегодняшнего и будущего. Нетрудно понять это, вглядевшись в эти озаренные светом лица участников одной из встреч в 6-й детской школе музыки и искусств из Басканского района Андижанской области. Спасибо организаторам сегодняшнего мероприятия. Мы соскучились по такому живому общению во время пандемии. Все рады и воодушевлены.
Во время искренней беседы читали стихи. В поэтических строках воспеваются мир и спокойствие на родной земле. Мощная созидательная сила нашего народа. Организовали также викторину, связанную с историей Андижана, что вызвало большой интерес у всех, как молодежи, так и у людей старшего возраста. Свои глубокие познания в этом плане продемонстрировал и 77-летний Неманджон Мирзалиев. Настроение просто отличное. Сегодня и я принял в викторине участие, получил подарок. Все прекрасно. В последние годы в плане социально-экономического развития расправляет крылья и город Янгюль Ташкентской области, где создаются современные условия для реализации жизненных планов, гармоничного роста молодого поколения. А трудности, связанные с пандемией, еще более сплотили людей. Активизировалась работа по обеспечению занятости населения, особенно женщин и молодежи. Позитивные ноты быстро передаются друг другу. На заработках в Российской Федерации. Теперь он применяет свой опыт и навыки на родине, обеспечивая работой порядка 10 молодых людей. Чтобы начать свое дело, нужна была необходимая сумма денег. Конечно, у меня их не было. И тогда я обратился к руководителю второго сектора, рассказал о своем бизнес-плане. В скором времени мне выделили льготный кредит на сумму 55 миллионов сумов. Чтобы расширить свое дело, нам необходима была дополнительная территория. И вновь нам помог руководитель второго сектора. На 12 сотках земли мы достраиваем свой объект. В планах увеличение рабочих мест. Вот еще один пример. Будучи студентом, Джахангир Абдураимов воспользовался государственной молодежной программой «Яшляр Келяджагимас». С помощью нее он получил льготный кредит в размере 100 миллион сум и начал свое собственное дело по производству хлебобулочных изделий. По словам студента, с расширением семейного бизнеса потребовались дополнительные рабочие руки. – Тогда молодой бизнесмен трудоустроил 6 человек из малообеспеченных семей. Абдураимов Джахангир приходил во второй сектор еще год назад. Тогда он рассказал о желании начать свое дело, получить кредит, чтобы потом обеспечить не только свою занятость, но и создать рабочие места. Приняв во внимание количество жителей близлежащих махалей и отсутствие цеха по выпечке хлебобулочных изделий, предложил эту идею ему, и он согласился. И вот что из этого получилось. Мы организовали торговую точку, чтобы наш товар доходил до населения напрямую. Впереди планы большие: расширение бизнеса, производства качественной и доступной продукции. Руководитель второго сектора уделяет внимание поддержке малого бизнеса и частного предпринимательства, устраняет искусственные барьеры в их деятельности. Безусловно, все это направлено на обеспечение благополучия населения региона. Повышение в обществе политической, социально-экономической активности женщин и молодежи и, прежде всего, обеспечение их занятости – один из актуальных вопросов сегодняшнего дня. В данном направлении нашим государством реализуются масштабные задачи. В ходе видеоселекторного совещания, состоявшегося 8 октября текущего года, главой государства было акцентировано внимание на этом вопросе. Даны конкретные поручения ответственным лицам. Какие меры по исполнению поставленных целей предпринимаются Национальной гвардией, расскажет материал программы. Неоценимая роль семьи в развитии страны. Прежде всего, можно с уверенностью говорить о том, что благополучие семьи военнослужащих – залог мира и безопасности в стране. В этой связи следует отметить, что онлайн-приемы, встречи и семинары, организуемые командованием Национальной гвардии для изучения социально-экономического положения военнослужащих и сотрудников, обеспечения занятости членов их семей, повышения их участия в жизни общества, дают положительные результаты. В частности, на онлайн-семинаре «Предпринимательская семья. Основа общества», проходившее с участием членов семей военнослужащих, были рассмотрены вопросы развития предпринимательства как важнейшего направления обеспечения занятости населения, создания новых рабочих мест. В мероприятии приняли участие представители Министерства по поддержке махали и семьи, Ассоциации деловых женщин Узбекистана «Тадбиркор Айоль», Республиканской ассоциации «Хунарманд» Народного банка, которые дали подробную информацию о привлечении семей в малый бизнес и предпринимательство, формах микрокредитования, развития ремесленничества. Было отмечено, что особое внимание необходимо уделять молодым семьям. Участники мероприятия получили развернутые ответы на многочисленные вопросы.
Каждая организация и каждое министерство поставили перед собой большие задачи по обеспечению занятости и профессиональной подготовки женщин, их поддержки в сфере предпринимательства. На данном практическом семинаре наши женщины получили всю необходимую информацию. Такая работа проводится не только для членов семей военнослужащих Национальной гвардии. Она идет полным ходом по всей республике. Посредством онлайн-видеоконференц-связи с участниками мероприятия обменялись опытом супруги ряда военнослужащих, которые начали свой бизнес и поставили перед собой цель развивать его. На семинаре получила исчерпывающую информацию. Президентом нашей страны созданы большие возможности для развития предпринимательства. По профессии я швея. Поставила цель расширить свое дело, создав рабочие места для членов семей военнослужащих. Супруга военнослужащего управления Национальной гвардии по Ферганской области, член ассоциации «Хунармат» Махлио Ахмедова рассказала о своем опыте предпринимательской деятельности, дала ценные советы и рекомендации женщинам, планирующим открыть собственное дело. На пути к поставленной цели преодолела немало сложностей. Начинала предпринимательскую деятельность с 20 миллионами сумм. Трудоустроила жен военнослужащих. Для расширения своего бизнеса обратилась с просьбой в командование Национальной гвардии. Вопрос решился положительно. Последовательно проводимые государством масштабные реформы способствуют организации в стране новых малых предприятий, становлению и развитию субъектов предпринимательства, увеличению их количества, созданию новых рабочих мест, обеспечению занятости, дальнейшему укреплению благосостояния населения. Министерством обороны разработана и реализуется масштабная программа по патриотическому воспитанию молодежи. В рамках мероприятий, проводимых по всей стране, проходят фестивали с демонстрацией специальной техники. Военно-патриотическая направленность подразумевает при этом и спортивную подготовку. Подробнее об этом материал Лолы Ракаевой. В топе популярных среди молодежи страны и граждан постарше военно-патриотические мероприятия, инициированные Министерством обороны. И не только потому, что зрелищные и оставляют массу эмоций и впечатлений. Звуки военного оркестра и показательные выступления военнослужащих дали старт патриотической акции в Ахангаранском районе Ташкентской области. О том, что запомнилось больше всего, молодые патриоты делятся в своих интервью. При этом утверждают, что похожими на военнослужащих, похоже, уже желают стать. Образцы для подражания по сценарию проводимого фестиваля сменились образцами современной техники и вооружения, которыми оснащена национальная армия. Зрителям также представили, не исключено, будущий робототехнический потенциал. Вот эти роботы, созданные курсантами Военного института информационно-коммуникационных технологий и связи Минобороны. Не было отбоев желающих стать участником военно-патриотического фестиваля и на полигоне Сазаган Центрального военного округа. И МЛАТ, и СТАР прошлись по всем учебным точкам, где убедились, что только сильные и отважные родину защищают. Помимо занятий по боевой подготовке, гостям была предоставлена возможность помериться силами в соревнованиях по узбекской национальной борьбе кураж, рукопашному бою, армрестлингу и кубкаре. А вот акция, проведенная в Высшем военном авиационном училище, несла более спортивную нагрузку. Прежде чем проложить дорогу к небу, будущим летчикам в обязательном порядке важно подружиться с беговыми дорожками. Вместе с курсантами летного на спортивную тропу вышли и члены семей военнослужащих, молодое поколение. Сегодня участвовало около 700 человек разных возрастов. На базе нашего училища в спортивном комплексе организованы 6 кружков и 3 спортивные секции. Сегодня само время требует от нас вести здоровый образ жизни, спортивный образ жизни. Сегодняшнее мероприятие показало, как активно население желает изменить свой образ жизни. Помимо кросса, администрация училища организовала другие состязания, в которых выложились на все 100 абсолютно все участники акции. Следуя принципу, что в здоровом теле и дух здоровый, здесь принято на вооружение, что подобные спортивные мероприятия отныне будут регулярными, чтобы охрана здоровья нации осуществлялась вместе с защитниками Родины. С вами были новости 24, ну а наша творческая группа желает вам всего самого наилучшего. До встречи!